Кажется, 5 сентября 2011 года. Там был политех, сейчас его загородили. Вот этот огромный торговый комплекс. Напротив, вон там польский костел, не знаю точно, как сказать, храм католический. Мне это место знаменательно тем, что учился, когда на архитектурном факультете в 1978 году, то где-то на 5-м или на 4-м курсе я делал как раз проект вот этого места. Это был мой студенческий проект, между прочим, за который я получил аж 2 лауреатства на всероссийском и на всесоюзном смотре конкурсе научно-технического творчества молодежи за этот проект, за проект благоустройства и реконструкции Студгородка и, в частности, вот этого места. У меня где-то хранятся, значит, эти какие-то там картинки и даже эти медали и дипломы. Вот. Ну, а спустя, значит, там 20-30 лет на этом месте построили вот такую, не знаю, как характеризовать, но, короче говоря, меня немножко порадовало, что все-таки вот этот храм торговли, храм Мамоны, ну, я не знаю, радоваться это ему или не радоваться, но так или иначе он отгородил вот этот религиозный храм от политехнического института, который выглядывает вон там, вон в проезде. Дело в том, что когда не было вот этого монстра очередного, вот этого торгового комплекса, то получалось, что вот этот храм католический стоял и возвышался над политехническим институтом, а студенты все, которые приезжают вот сюда, вот на это кольцо, на трамвайное, и вообще это как бы центральная остановка Студгородка, то все студенты, практически идя в институт, там все 20 000 студентов, или сколько их там сейчас, вот, они были, осенялись, они проходили как бы под сенью вот католического храма. Дело не в католичестве, а дело в том, что в религии. Вот. Все-таки я считаю, что научно-исследовательский институт, так себя сейчас обзывает политех, находящийся под сенью религиозного храма, это, извините, нонсенс, что я считаю антиконституционно. Ну вот, ладно, я сейчас тут порисую, постараюсь рисовать быстро.